Фамилия, имя, отчество? Виноградов Александр Иванович. Дата, место рождения? 29.05.1999. Место рождения? Село Добронивка. Более точное. Село, как еще раз? Добронивка. Где она находится? На территории какого-то государства? Россия. Российская Федерация? Да. Являешься военнослужащим? Если да, то какого государства, какое имеет специальное звание? Военнослужащий Российской Федерации. Чуть громче. Военнослужащий Российской Федерации ефрейтор Виноградов. С какой целью прибыл на территорию Украины? Вам сказали, что это учение. Воинская часть какая у вас? 02511. Где она дислоцируется? Михаил Каменг, Ленинградская область. Российская Федерация, правильно понимаю? Да. Сказали учение, дальше что? Ну, учение на границе. Вот. Перед границей. Дальше. Все, и нас в ночь посадили, и мы думали, что перед границей или на границе будет. А уже когда приехали, нам сказали, что мы на территории Украины. Вот. Потом мы заехали на какое-то поле, там постояли пару часов. Все, начали как бы типа разворачиваться, и мы думали, что все домой. А оказалось, что нет, мы там сутки, может день. Ехали еще куда-то, там тормозили, тут тормозили. Потом нас оставили на том местоположении, неподалеку от которого меня нашли. Вот. Там через некоторое время произошел артобстрел и просто обстрел, наверное. Вот. После чего, когда все закончилось, меня оставили с раненым товарищем. Сказали, что... Оставили где? В поле просто? Ну, мы отошли немного от того места. Оставили с раненым товарищем, дальше что? Сказали, что на утро вас заберут. Кто-то пришел вас забирать? Нет. Что хочешь передать своим сослуживцам? Надо им сюда идти, не надо? Нельзя идти сюда. Почему нельзя? Потому что это, пускай правительство само идет сюда, мы тут ни при чем. Здесь есть какие-то там бендеры или еще кто-то? Нет, здесь нормальные, адекватные люди. Кормили, спросили, как самочувствие. Товарища моего сразу зашили там, называется. Что хочешь передать своему правительству? Фух, пидорасы. Туда я принуждал это говорить? Нет, это мое мнение.